Приступаем к ритуалу, который называется «Срочные деньги». Достаньте из своего кошелька купюру, желательно номиналом побольше, но подойдет любая. Если нет купюры, можно взять банковскую карту. Но главное, чтобы на этой карте была хоть какая-то сумма. В идеале, конечно, мы берем денежную купюру, натуральную, из своего кошелечка и трем левую ладошку этой купюрой, если вы правша, и трем правую ладошку этой купюрой, если вы левша. Произносить пока трем нужно следующие слова. Я желаю, чтобы энергия денег стала моей. Пусть волшебство денег потоком идет в мою жизнь. Я притягиваю деньги. Я открыт и восприимчив для богатства. Да будет все по слову моему. Так, 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 27 на 108 раз. Произносим эту формулу словесную 3 раза. И все это время трем купюру об ладошку. Затем купюру или карту нужно вернуть на ее место и использовать по назначению.